Всем привет! Вы смотрите Ананас Ленд, канал с самыми актуальными новостями из мира шоу-бизнеса. Была предложена альтернатива западным фильмам в российском прокате. Вот это да. Ведь теперь крупнейшие киностудии, такие как Disney, Paramount, Sony, Universal и Warner Brothers, не выпускают свои фильмы в России. По мнению первой замглавы комитета Госдумы по культуре Елены Драпека, голливудское кино можно заменить китайским, индийским, казахским и даже узбекским. Предложение об этом депутат планирует обсудить с Минкультуры. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли, заявила Драпека. Также она предложила обратить внимание на отечественный кинорынок. Напомним, голливудская кинопродукция может исчезнуть и из российских онлайн-кинотеатров. Это связано с введением санкций со стороны Соединенных Штатов Америки. Вы действительно считаете, что китайские, индийские, казахские или узбекские фильмы можно считать хорошей, достойной заменой голливудскому кино? Напишите об этом в комментариях. Вы смотрели канал Ананас Ленд, ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Ананас Ленд – ананасовое настроение.